Итак, всем привет, с вами Макас, и сегодня мы продолжаем выживать, как мне сказали, никому не нужному Майнкрафту. Ну, не знаю, блядь, мне нравится. Я надеюсь, и вам. Так, давайте сейчас поспим и продолжим наши грандиозные планы насчет водопада. Я прям что-то аж загорелся, прям, блядь. Так, а мы сейчас... А, у нас тут есть земелька. Да, если кто смотрит, возможно, это видео, как поймать этого кота ебаного, который тут лазит. Может, какую ловушку сделать или как? Я просто не в курсах. Немножко не в теме я. Так. Это мы сейчас нахуй. Это вообще нахуй надо выбросить. Сейчас немного побреем. Кстати, да, после Нового года надо сбрить бороду мне. Остался борода, короче, а так нормально вообще состояние. Так. Ну все. Хотя вот на, скоро на днях у кореша будет день рождения. Не знаю, позовет он меня, нет. То я так бы тоже с удовольствием бы. За его здоровье бы треснул так. Ага. Так, сейчас мы. Так, а у нас. А, ну нам по-любому придется осушить, а потом. А потом. Нам мы будем это осушим, а потом начнем копать, короче, вот так вот. По-другому не получится. Так. Давай, блядь. Короче, нам надо сделать, как я понял. Как я не понял, блядь. Не, ну я что-то я понял, что проще жить на этом свете, блядь, надо, блядь, надо, короче, вот эту нам стенку доделать, да, чтобы было заебись вообще, блядь, сука, закончились не вовремя. Ну ладно, всплывем. Так, тут мы сможем сделать такой сегодня глубоководный, тоже это никому не нужный Майнкрафт, ну, не знаю, возможно, кому-то интересно. Ну, по крайней мере, одному человеку интересно. Или, в принципе, на канале 7 человек подписан. Ну, по факту 6, 7 это как бы я, да. И это как бы радует. Я, ну, планировал, конечно, больше, но хотя бы столько, блядь. Людей, действительно, которые увлечены и там, блядь, подписались не тупо там по ошибке, а, как говорится, сознательно. Так, теперь, в принципе, тут не особо много нам придется. Так, всплываем, камнем заложим, нахуй все к ебеням. Блять, это надо делать не тут, вот тут. Как раз от камня избавимся, от всей хуйни. Хотя скажешь, нахуй смысл избавляться. Ну, так вот. Как говорится, все сделано. Оп, заныриваем. Сейчас мы, блять. Немного подрихтуем, блядь. Ага. Так. О, блядь. Так. Блядь. Так. Так, по идее, можно было сделать немножко по-другому. Ну, ладно, будем уж мы за частоту процесса, и у нас это... Как бы... Нам интересен сам процесс. Блять, это хуй не дает, да, строить или что? Блять.
Всплываем, бля, дышим нахуй. Так. Ну вот как пиздим-пиздим, а дело-то спорится, как говорится. Или там делать, я уж забыл, как правильно говорить. С этим, блядь, Майнкрафтом, нахуй. Так. Ну вот сейчас у нас, вот у нас осталось-то глубины не очень много. О. Так, во. Так, всплываем. Постоянно, когда, блядь, хочешь жрать в Майнкрафте, ощущение, как будто тебя ебашит кто-то, блядь. И, блядь, немного так это... Сышь, блядь. Ну, мне, в принципе, всегда было похуй на это. А, блядь, сука, опять, блядь. Ну, чё за хуйня, блядь. Вроде не голодный жить, блядь. Ну пиздец, забываешься, блядь. Особенно на глубине, блядь. Вагина глубинной работы, блядь. Так. Давай, шельепт. Блядь. А, ну чё, блядь, всё по плану, ёпт. Ну вот, видите, уже не так глубоко. Как было, по крайней мере, 5 минут назад уже, блядь, прогресс. Угу. Сейчас все вот эти еще глубинки, блядь, заделаем. Которые нам нахуй не нужны. Так, воздух наберем, блядь, опять в пучину, ёпт. Так. Так, осталась земля. Там, на самом деле, у нас дохуя осталось. Ну, по крайней мере, уже, как говорится, виден результат. И это неплохо. Это охуительно. Это неплохо. Это заебись! Так. Под это, блядь, всплытие нахуй. Опять всплывать нам, похож, придется. Ага. Ну, благо, уже глубины нету здесь. Мы уже чувствуем себя намного, блядь, пиздаче, чем раньше. Это радует. Так. Ага. Так. Ну, в принципе, можем уже особо не очковать. Все закупорим, блядь. Осушение, блядь, болот, нахуй. У меня просто опыт охуевший, блядь, насчет осушения. Это на самом деле все хуйня, блядь. Я один раз такое, блядь, болото осушил, блядь. Я сам охуел. Жалко, блядь, я этого не записал, блядь. Так, пойдемте-ка еще за провизией сбегаем. Уху! Вообще ништяк. Так, боком, блядь. Сука, кота надо поймать, надо узнать как. Да, в принципе, узнать надо, блядь, полазить, да, по всяким этим. Ну, неохота, блядь. Вернее, охота и неохота, блядь. И забываю, вспоминаю только в игре, блядь, да. Так. Что мы? Камушки. Эй, блядь. Блядь, камней набрал. Так. Сейчас пойдем опять нырять, заныривать, нахуй. Потом надо деревья, блядь, подсветить. Ну, планов дохуя, короче. Пока играем, пока нравится, короче.
Там еще на подходе, вот на следующей неделе я займусь, и я как бы прям жду этих. Еще будет пару циклов я буду делать таких. Ну, типа тоже, ну да, это выживание только в других играх, так что кто не подписан, подписываемся, кто подписан, так что, пацаны, ждем еще немножко. Ну, по крайней мере, я попытаюсь, посмотрим, что там выйдет. Не знаю. Потому что как без подготовки. Да, в принципе, и Фидель я тоже без подготовки-то ебашил. Просто, блядь, на шару стал хуярить. Ну, блядь. Единственное, что был план там пожестче, да, немножко. Ну, как получилось, так получилось, блядь. Так. Так, блядь. Вот, блядь, темнеет, что ли, ебаный рот. Как видите, блядь, целый день проеблись в этой хуйне. Я как в сумерках хуёво видно, да, блядь? Под водой вообще пиздец просто. Блядь, как быстро стемнело-то, ёб, только занырнул, блядь. Ладно, идем спать. Крутанский закат. Ай, бля. Вот, кис-кис-кис. Кис-кис-кис, блядь. Кис-кис-кис. Сука, блядь, поймай я тебя когда-нибудь, блядь. Так, спим. Блядь, так. Угу. Все, поспали обратно, блядь. Киса! Ну ладно, хуй с тобой. Бля, с утра Туран встает, бля. Там Бог подает. Так. Давайте, встали пораньше, блядь, и... Блядь, все равно какие-то отражения, блядь, непонятные. Ну ладно, это все хуйня. Так. А, закончил. Блю! Так. Камушка хватит, что должно, блядь, хватить. Ну так, чтобы не всплывать, нахуй. Ага. А сегодня еще кто, допустим, сегодня смотрит, это сегодня пятница, это вообще заебись. Поздравляю. Как бы опять два выходных для людей, те, кто работает, это очень важно. Да. Выходные, особенно пятница вечер. Кто в теме, понимает, о чем я. Так. Да, ко мне это я думал, да хуя. Ко мне это не так уж и дохуя, да? Ну, их один хуй будет дохуя, мы ж потом это все будем вырывать нахуй. Как бы это такой мартышкин труд, блядь. Так. А, ничего есть. О, еще вот, булыжники, наверное. Все слепить-то. А, да нам похуй, мы и землей залепим еще, да? Вот так вот я израсходовал все камни. Так. Где у нас кирка, бля? Так, нам надо сейчас сушить болото, блядь. У-у-у. Ай, бля. Глубоко, сука. Вообще нравится мне, где я сделал такие лианы. Вообще крутая местность, да? Дом, конечно, такой, блядь. Это потому что я нихуя не умею Майнкрафт там делать. Не знаю, с чего, как, блядь. Так как топорно, блядь. Так. Может, хватит, а может и не хватит, я думаю.
Ну, посмотрим. В принципе, объем небольшой. Так. Вот видите, сказал, что камней много, да? А, я понял. Мы, если даже не хватит, мы уже камни-то отсюда сможем брать. С той суши. А, с какой, ну вот. Мы же это уже все засыпали, это же суша, все, больше там воды как бы не будет. Блять, свистеть я начал. Так, ага. Точняк, точняк. Так, вот, теперь берем кирку, нахуй. Тут же один хер нам рыть, копать. Вглубь, как бы я уже говорил, что это такой мартышкин труд у нас будет. Ну вот, собственно, он и есть. Так. Лопаты есть. Бля, и лопаты есть. Вообще крутанская тема. Сейчас начнем хуярить. Вот землей в этом плане мне, конечно, лучше было засыпать землей. Ну, как бы подручные средства были только. Ну, можно было, да, клочок вот так осушать, потом из него же брать. Блять, блять, блять. Говно, говно. Говно, бля. Вот так, по таким методам. Фу, бля, ништяк. Охуенно. Так. Поняли, да, идею? Ага. Или вот так вот можно. А, вот так вот и пиздец. Бля. Ну, у нас планы вообще грандиозные, так что мы пока вот так вот и давайте осушим. В Майнкрафте как-то непонятно тоже реализовано вот это вот осушение, да, там, блядь, буквально из ядра можно любое море, блядь, организовать. Блядь, как-то, ну, не знаю, как неожиданно для меня было то, что это одно ядро вылил куда-то по глупости, блядь. Там такой пиздец, по-моему, начался. Я охуел, говорю, блядь. Я даже не знал, что так. Ну, я, в принципе, дохуя еще не знаю. И для меня просто интересно уже само вот это вот выживание, копание. Ну, интересно тоже узнавать, но пока для меня как бы вот такое топорное обустройство на первом месте. Так. Видите, вода текет. Почему она текет? А, потому что я, знаешь, где-то квадратик пропустил, да? Ага, видите, уже не текет. Давай. Киркой сейчас захуярим. Во. Сейчас все засыпем к ебеням, блядь. Давайте лопат на всякий пожарный еще пройдемся. Так. Как бы давайте засыпать. В смысле засыпать, а не засыпать. Ну, вы поняли. Осушение, засушение, блядь. Да, блядь, так вот нельзя так. Ну, можно, но потом проблемы будут
Так. Угу. Все, блядь. Надеюсь, у меня все получится. Так, вот, осушение. Хуение. И сейчас, в принципе, то же самое добывание, блядь. Хуяние. Так, давайте рыть, копать. Сейчас, короче, давайте сломаем одну кирку, я думаю. Насколько ее хватит, и на этом мы прервемся, да, потом продолжим, чтобы, конечно, можно сделать трехчасовой там, да, ну, кому это интересно будет, минут по 30, там такой формат, по 20. Там что тут вот сейчас, особо смотреть, ну, не на что, да, я думаю, то, что, ну... Ну, хотя, когда я смотрел, вот, тут там выживал в Майнкрафте, мне, блин, нравилось смотреть, как чувак там рыл, блядь, добывал какую-то хуйню. Сейчас кирку разъебем. Не, круто, круто, сделаем, как в этом. Агент 007, он там как с парашютом прыгал. Ну, не в таким, конечно, масштабом, блядь. Ну, крутанское, я думаю, должно получиться. Как раз 2 дня, да, он уже начинает темнеть. Сейчас мы кирку разъебем и, в принципе, подойдет к концу день в Майнкрафте. Вон, мы даже проголодались чуть-чуть. Правильно так въебывали, да, как эти? Так. Вот это называется осушение, блядь. Болот, блядь. Так, ну вот, мы разъебали кирку. Больше у нас кирки нет. Пойдемте спать. Да, за эти 2 дня в Майнкрафте мы сделали, ну, в принципе, так много. Сейчас поспимся, наберем сил и потом в следующем выпуске продолжим, да, наше выживание. Так, закроем дверь. Давайте тогда сейчас вот эту уж расу, блять, всякую ненужную чепуху скинем. Так. Это тоже в топку. Это заборчик. Так. Ну, лестница может пригодиться. А, не-не-не, нам вот это пан. Так, ну в следующий раз, наверное, мы полезем в шахту, я думаю, да, у нас там есть железо и сделаем кирку, потому что кирка нам понадобится, и лопату. Да, и так, всем спасибо, с вами был Макас, подписываемся на канал, ставим лайки, у меня от лайков, блядь, вообще там заебись. Блядь, что я несу. Итак, всем спасибо, с вами был Макас, пока.